Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть готику первую. Итак, несколько юниоров у нас уже в руках. Ну и сейчас будем остальные добывать. Смотрим, куда мне там идти-то надо. Так, карта. Карта Юбериона. Вот она. А, Сатуруса. Все, понял, куда нам надо. Так. Ой-ой-ой, у меня от жизни-то ни хрена не осталось. Это печально. Печально. Утро у нас. Нет, у нас вечер. Ночи как раз. Наверх поднимемся к замку. Ой. Ну кто же знал, что их там так много-то? Сейчас. Блин, надо было тебя против орков пускать, а не против динозавров. Кто же знал, что там столько орков? Так. Вот за этим хребтом. Спокойно. Вот здесь можем подняться? Нет. А здесь? Тоже нет. Так, здесь мы не поднимемся. Печально. А очень бы, знаете ли, хотелось. Блинский. Так. Мимо них-то навряд ли смогу так кратно пробежать. Ох, охотники, хо-хо. Ой-ой-ой, прям чувствую, как они за мной бегут. Ой-ой-ой. Бежим. Да размечтались. Чё, не можете, да? Ну так, подождите, я вас застрял. Дайте я вас обплыву. Так. Да. Так, а я хоть попадаю по вам? Попадаю, смотрите-ка. Да, все. Так вот и буду вас гасить. Там один остался, наверное. Уж с одним-то я поди справлюсь. Опять же, смотрите, опыт не пропал у меня. А я его с собой забираю. Давай. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Так. Где еще что-то есть? О. Все. Победил. Чтоб кто бы что ни говорил, но я их победил. И неважно как. Вот такой я молодец. Так. Тут, а если мы пойдем, мы там выплыть не сможем на берег, придется сюда все равно идти. Подождите, я хочу последнего посмотреть еще. Все-таки сколько? 100 опыта. На дороге не валяются.
Вон оно. Вот так. А ты-то думал? Я в хихоньки-хахоньки, да, тут играюсь. Нет. У нас тут полномасштабные боевые действия развернулись. Так, тут есть кто? Орочи собаки вроде как должны быть. Пойдемте. Посекем их своим мечом. На. Собаки. Да стой. Мысли ты пошла. Блин, все-таки завалили меня. Ладно. Сейчас мы это дело исправим. И на. И на. Блин. Надо сожрать что-нибудь. Эту жизнь утекают. Так. Нифига себе, почти что 200. Смотрите, это что-то рис у меня. На, жри. А был бы этот, как он, суп из мяса жуков было бы меньше. Там, по-моему, семерку дает. Ну вот, награбил, смотрите. Еще мясо надо сырого пожарить, 264. Потому что сырое 10 дает, а то вроде то ли 15, то ли 20, ну-ка. Нет, это 6 даже дает. Побольше дает жареное. Так. Ну все, собаки страшные. На, идите ко мне. На. Вот так. Все-таки какой-то урон. Какой-то урон они мне приносят. И это еще не все. Сейчас полезем горгули мочить. Блин, их надо было еще в первом сезоне, в первой главе гасить. Столько уровня было, ой, столько опыта потерял. Хотя там бы я их не загасил, пробовал, уж больно сильно они на тот момент. И прыжок. Так. Давай. Залазим. Исправим. Давай, 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 хватайся. На. Еще одна. На. Даже не подпущу тебя к себе. С них я ничего взять не могу. Даже перьев повыдергивать. Так хотелось бы. Ну все. Вот еще 300 опыту к своему прибавили. Так, вот и тропа. Горная. Интересно, выйдем мы отсюда. Посюда. Странно, 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 здесь никого нету. А я вроде тут никого и не вырезал. А, кто-то хрипит. Кто-то где-то я слышал. Кто где? Опа. Ну давай, на вас теперь испробуем.
вроде все нормально, все путем. Блин. Две псины всего. Ладно. А вы что тут охраняли? Пещерка. Мракоз. Так. Блин, всех мракоризов по... Раньше такие мощные были. Сейчас, ну, говорю, это вот все, наверное, из-за того, что... Что-то. Все из-за того, что... Моб такой, наверное, или как? Прокачка как-то одна урон силы по другой. В отличие от 1-1 отличается сильно. Ну, правда, уровни тоже добываются сложновато. Блин, я помню, первая Готика 2 была. Там погнутый кабан был. Ох, мату на него натерпелись все. Вроде побил, все, пошел день поспать, чтобы он это исчез. Просыпаешься, он рядом с кроватью. Так, ну давай. Покажись, нечисть. Давай. Так, ну ладно. Один есть. Второй. Второй. Так, надеюсь, если ты там один, то ладно, если вас двое, то мне бежать придется. Что-то не шибко-то он уж мечом махает, хоть и может. Давай. Ягодка. Так, тут у нас голем должен быть, надо будет меч поменять. На дробилку. Вот. Так. Ну давай. Где ты там? Нету, нету, нету. Подождите. Как это нету, когда он точно знает, что он здесь должен быть? Так. Смотрим, смотрим. Где-то какой-то чего-то переключатель может. Вот. Видите, запнулся. Вот он. Так, меняем оружие. Ну пойдемте наваляем ему. Эй, ты чё пал-то? Не понял. Так, какой-то рецепт. Какой рецепт? Рецепт. О-о-о. Смотрите, еще что-то. Каменный голем.
Или не сейчас. Блин, я должен был вместе с этой штукой упасть, наверное. Чтобы не получить эти урона с этой плитой каменной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Давайте выходим тогда отсюда. Голову пока не убираю, мало ли. Потому что... Смотрите, шесть камней, блин. Да почти никого. Так. А мне вон туда надо. Так, оружие меняем. Опа. Так. А зачем мне туда? А мне надо книгу. И она находится здесь. Так, 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 так. Вот она. Старая книга. Так, астрономия. Нет, это не то. Да нет, не то. Вот. Романин 2. Я нашел книгу. В чё? Так. Чернос... Приносимых ветрами видения Харин... Хроманина... Открывалось чередо... Передо мной будущее. На веру в него я готов был отдать все. Но этого было бы мало. Они... потрясли меня до глубины души. Что было развелено снова станет одним, если разделение длится недолго. Короче, ладно, я это знаю, по крайней мере, где эта штука и с чем ее едят. Так, тут самое главное сейчас не упасть. Самое главное не упасть. Вот, вот, только что сказал, самое главное не упасть. И тут же бахнулся. Блин. Ну, закон подлости тоже никто не отменял. Так. Есть один. Вау! Так, небольшой глюк поймали. Препятствие. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Вот. Спокойненько. Вот, все. Слезли. Раз, два, упражнение закончено. Ну, сюда мы еще потом вернемся. У нас задача пойти вон к тем развалинам, видите, впереди. К ним сейчас и направляемся. Так, а надеюсь, мы правильно хоть идем-то? А, ну, тоже мы правильно, дорога-то одна. Так. Кто-то где-то, я слышу тебя. Я тебя слышу. Животное, ты здесь?
Нет. Нет, что-то никого. Моего опыта здесь не обитает. А, ну вот все правильно. Правильно, все-таки шел. Так. На мосту был голем. Остался. Еще один, правильно. Возрождение произошло. С головой. Пойдемте наваляем ему. Иди сюда, каменный червь. Кто там? Покемон Оникс. Или тот же Ардук. Какие оружие-то достань, дебил. Вот так. Фух. Ну что же ты за дебилушка такой? Кошмар. Ой, мама. Роди меня обратно. Пошел биться, сам оружие даже не достал. Так, один ли ты здесь был? Вот. В чем вопрос? Ох ты. Точно. Лестер. Давай. Ну давай, давай, давай. А, я должен тебе сказать. Эй, что ты здесь делаешь? Я выполняю задание магов воды. Им нужны магические артефакты, называемые юниторами. Ты хочешь найти юнитор, да? Храбрости тебе не занимать. С его помощью Сатурас и другие маги из нового лагеря хотят разрушить барьер и освободить колонию. Я поверю тебе, только когда увижу его собственными глазами. Я тоже. Но скажи мне, зачем ты здесь? Я как раз думаю над тем, не пойти ли мне в горный форт. Есть один документ, который бы мне хотелось бы взять себе. С другой стороны, дорога туда очень опасна. Так, и что такого в этом документе? Как тебе удалось пробраться через эту живую гору? Я многому научился у гуру. Их магия бывает весьма полезна. Так. Что за документ ты хочешь найти? Когда-то давно в этом форте жил правитель этих земель. Ему принадлежала эта земля и все шахты. Как у всякого дворянина, у него был документ, подтверждающий право собственности на землю. Он-то мне и нужен. Но пока мы находимся за барьером, он будет совершенно бесполезен. Ты прав. Но если маги воды смогут разрушить барьер, этот документ снова вступит в силу. Так, ну ты хорошо мыслишь-то. О, я ранен. Ты можешь помочь мне? Вот, возьми это зелье лечения. Так, да что это? Где я могу? Где я могу? Иди к храму. Он редко покидает его. Ты можешь вместе... Мы можем вместе так. Мы можем вместе осмотреть этот форт. Отличное предложение. Иди вперед. А я пойду с... Ну, конечно, кто вперед? Я вперед. Под кусок мяса. Ой, подождите, у меня что-то талисман орков. Защита от огня. А у меня 10. А это 20. Так, ну ладно. Настало время кушать. Давайте. Ешь. Ешь. Интересно, тут вот столько углеводов. Они, конечно, хоть и быстрые, но... Пец. Смотрите, при нем ем. А он жрать не хочет. Хочешь жрать? А тебе ничего не достанется, представляешь? Все съем. Один съем. Ну ладно, хорош жрать. Пойдем. Посмотрим, кто там остался. Вроде там еще один голем должен быть. Если не ошибаюсь. Горный мох. Я думал, это... Вишня от тролля. Ну, вню, что здесь тролль появился. Тролль. Тролль. Блин. Большие тролли-то. Как ни крути. Так-с. Где ты? Иди сюда. Пойдем. Thank you.
На. Теперь твоя очередь, негодяй. Нет, не надо тебе отпускать их. Эту пакость нельзя к себе подпускать. Теперь твоя очередь, негодяй. Вон она. Так, минутку. Пока она там. На. Главное, не подходите ей близко. Ну, извини, что тебе досталось стрелой. Посмотри-ка! Кажется, это и есть Юнитор. Да, кажется, ты прав. Его не так-то легко достать. Так, где вы думаете, он есть? Он вон там. На вершине. Ладно. Пойдем, у нас еще куча дел. Теперь твоя очередь, негодяй. Давай. Даже на контакте по зарубе не достанется. Так. Вот мы с тобой такие молодцы. Гарпия, ты горгулья. Теперь это твоя очередь, негодяй. А с чего это ты остановился-то? Там еще же есть. Теперь твоя очередь, негодяй. Да. Теперь твоя очередь, негодяй. Нифига, ты. Вот так я даже туда могу жопой стрелять вперед. Да, хорошо, что у нас стрелы до хера и больше. Пойду посмотрю, что там есть. Конечно, смотри. Ой. А эти-то структуры, смотрите, не проработаны. Так. Надо каждый закуток здесь облазить. На. На, ой, не подходи ко мне. Теперь твоя. Где-то еще одна крыльями машет. Ладно, как бы то ни было, мы молодцы, все нормально, это в порядке вещей. Со страху на переделе, правда. Да? Коридоров-то не видно, не чувствуется. Так. Ага. Ладно. Сейчас увидите. Нет, смотрите-ка, во второй части они все проработаны. Старый сундук. Взяли ключ. Блин, точно ничего не могу почерпнуть из этих книг. Вот так хотелось бы там. Плюс 2 там к магии. Там плюс 1 к луку. Чего там еще у них? Ладно. Ох, это скелет, а я думал, демон будет. Почему-то на демона рассчитывал. Давай. Давай. А демон какой, во второй части, что ли? Так. Подожди. Флакон. Флакон, а, на флаконы. Рецепт.
Чё за рецепт, правда, пока еще не знаем. Сейчас узнавать будем. Вот еще флакончик, вижу. Так. Ну, давайте, так. Перементальное зелье. Только особое зелье, это что такое? Зелье из... Получено, ага. Ну, давай. Ага, ну и все. Одно зелье есть какое-то, так. Перегнать алкоголь, так. Пермиагентное зелье. Энсенция жизни. Так. Недостаточно ингредиентов. Ну-ка, энсенция ловкости. Получено, ладно. Еще. Блин, надо посмотреть, что рецепт это есть. Так. Ну-ка. Раз я такой рецептник, ну-ка. Инсенция жизни. Где у меня рецепт-то? Так, зелье так ползунов. Рецепт экстрата. Экстрат. Эссенция жизни. Что надо для него? Укрепляющей жизни силы нужен крупный дубовый лист, чтобы значительно продлить оздоровительный эффект. Используется горный мох, чистые ингредиенты, мешающие без измельчения в сосуд с водой и отваривается около получаса. Не допускайте через перегрева и следите за выделением пара. Белый пар, свидетель... ну это уже горный мох, короче, нужен был. Так, лечебные зелья. Быстро, так, зелье... Так, зелье быстрого лечения, эссенция исцеления. Давай, вот это, я даже не знаю, чем они отличаются. Что, это медленно будет? Экстракт исцеления. Блин, тут самогонный аппарат такой. Давай. Еще что есть. Это, я так думаю, они помощности своей фигурируют. 25%, 50% и 100%. Я так думаю. Ну, давай, вари. Из разных трав, я уверен, варится. Ладно, хорош. Так, сохраняем. Где у меня бутыльки? Так, к ловкости. Ловкость, ловкость, ловкость. Так, на связь со спящим. Потом. Так, вот. Бонус к максимальной жизненной силе. Вот, а потом. Потом, мало ли. Буду еще готовить. Соберу еще горного мха. Мне же еще по горам лазить. Поэтому... Буду собирать еще, потом как вместе с этим эликсиром. Блин, да что-то в горле попал. Потом вместе с эликсиром как бах. Че, нету никого? Так, вино. Вот я вижу, что вино стоит. И оно видит меня. Ну, давай. Старый топор. Ржавый меч. Топорик. О. Вот она. Подождите, так
Рецепт это не все же, что должно быть там. Ну, в теорию-то взять. Смысл тогда запирать под скелетом? Вот он. Сундук-то я не заметил, тут даже два сундука. Блин, нифига я лоханулся-то. Ладно, мозги сработали еще. Так, ты уверен, что здесь только два сундука? Стой. Вот флакон. Нет, нету тут. Тут нету, ладно. Угу. Так, здесь у нас потайного ничего нет такого. Нет, раз в текстурах проваливается. Навряд ли. Навряд ли здесь что-то есть тогда. Все, идем наверх. Уйдите. Блин. Так, один вход наверх. Один вход наверх. Давайте там, надеюсь, уже всех перебил. Лестер. Млектор. Ой. Ты что, их не видишь, что ли? Вон, наверху они. Ладно. Давай. Теперь твоя уж. Давай. Негодяй. Что за отвлекающий маневр был такой? Непонятно. Ты должен был залезть, расчистить мне там проход, чтоб я мог спокойненько так залезть и покрошить всех в капусту неугодных мне. Все за тебя приходится делать. Ёх, что и мать-то. Ой, играла тут в игру давеча про зомбиков. Dead, Left of Dead, первая часть. Так вот там был тоже мужичок. Да. Давай. Тебя чуть не касается, что ли? Стой. Только не падай. На. Смотрите. Ничего сделать не может. Почему она ко мне не летит, я не знаю. Вот ключ, который мы взяли, использовали. Завещание. Читаем. Читаем завещание. Вот оно, то, что ты искал. На, держи. Я вот. Возьми. Я ранен. Вот. Возьми. О, так смотрите, так можно ничего с него. Я ранен. Черт! Я нашел документ. Я нашел документ. Отлично. Возьми эти свитки в качестве награды. Они помогут тебе добраться до Юнитора. Я подожду тебя внизу, у пьедестала. Подожди, что-то еще было. Как достать? Мне достать знаю. Этот Юнитор? Это я как знаю. Сказал учитель Юберион,
Невежда старается передвигать предметы руками, а мастер использует силу своего духа. Это я так знаю. Пойдем. Итак. Как же мне его достать-то? Да прибудет со мной сила. Так. Пирокинез. Нет. Вот, телекинез. Вот и все. Так, так, так. Здесь есть кто? Смотрим. Вот, не зря с мечом наготове был. Что тут есть? Старый сундук. Неплохо. 10 руды, знаете, на дороге не валяться, да, потом? Сначала бегаешь, руды не хватает. А сейчас руды ходишь, жопой ешь. Так. Теперь здесь что? Странно, никого нету. Доспехи гвардейца, еще одни. Еще одни доспехи гвардейца. Теперь у меня их две штуки. Ну ничего себе. Интересно, на кого они рассчитаны, эти доспехи гвардейца? Так, давайте посмотрим, что наверху еще. Блин, вот если я надел бы доспехи гвардейца, я бы, наверное, прошел бы к этому... Вон, дай бог памяти. Гомезу. Пустили бы, наверное, меня. Ну, об этом мы потом посмотрим. Так, ну, залез я сюда. А что здесь есть? Какой-нибудь переключатель? Что? Или просто на вид полюбоваться? Эх, блин, мне бы ваши крылья, я бы слетел. Мог бы, конечно, шершнем обернуться и спрыгнуть, но нет. О, так еще выше есть. А что вы молчите-то? Я-то думал, все, у вас закончились. Оказывается, еще выше. Господи, сейчас. Краю купола, я потрогаю его. Сундук. А что в сундуке? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Все понятненько. О. Эх, до воды не допрыгну. Ладно, спускаемся. Блин, вот так вот сюда без оружия-то, да, если вот в начале уровня хочешь эти доспехи гвардейские получить, тебе проще через динозавров пробежать. Это будет легче, чем через горгулей. Там-то хоть забежал, да закрылся. Правда, тебе надо два бутылька с этой, со скоростью. Потому что первый тебе надо пробежать туда, взять все. Второй выбежать оттуда. Можешь попробовать в этих доспехах гвардейца к Гомезу попасть. Так, ладно. Юниор. Юнитор. Юниор это, по-моему, молодой спортсмен, да, называют? Юнитор. На. Мы нашли то, что искали. Я останусь здесь ненадолго.
Хочу изучить старинные книги. Ой, да ради бога. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся. Блин, как этот Клинт Иствуд сказал. Мы еще встретимся. Наши дорожки пересекутся. Так. Надо. Оп. Так, ну-ка, нет, вот. О, горный мох. Вообще, у меня есть что? Бонус к жизни на силе. А чего не хватало мне там? Блин, не знаю. Вроде помню, что до хренища этого горного мха. Так, где это? Записюльки. Да нет, рецепты. Здесь рецепт. Так. Рецепт экстрата исцеления. Рецепт эссенции жизни. Для эссенции укрепления жизни силы нужен крупный дубовый лист. А вот мне крупный дубовый лист надо, да, значит, где-то. Чтобы значительно продлить оздоровительный эффект, используется горный мох. Крупный дубовый лист. Ну, посмотрим, где этот крупный дубовый вообще. Я даже не знаю, вот собирается вообще. Так. Давайте карту теперь посмотрим. Да, блин. Где мы были? Так. Один юнитор. Юнитор мы отдали. Он два. Юнитора 3 забрали. У нас 3 юнитора должно быть. Еще один остался. И пойдемте к нему. Вот, слышите? Я вот слышу, что он где-то есть. Ну-ка. Иди-ка сюда. Где ты хрюкаешь-то? Не вижу. Ну-ка. Может, ты тут где-то прячешься? Животное. Да нет, нету. Тут крупный дубовый лист. Это вот как я должен? Вот здесь вот искать что-то где-то. Крупный дубовый лист. Или я где-то в сундуке собрал. Ладно, что у нас по времени? Пойдем в старый лагерь, поспим до утра. Так. На. Блин. Не ожидал, что еще кто-то остался здесь. Так. Ну, так заново, что ли, покрошились. Я сколько здесь не был-то. Да тихо ты. Мясо давай. Вот так. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот такой добытчик. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору. Да? Вот мы и идем. Хотя нет, с добытчиком по-другому было. Там это... Этот из Швеции, этот из Греции, этот с Гавайи. И всем жрать подавай. Этому... Чего там жрать-то? Этому сардин. Так. Этому омаров, этому кальмаров, этому сардин. А добытчик-то один. Вот так вот. Все, вспомнил. Так.
спать. До утра. Давай, вставай. Переоденемся. Посмотрим, как на нас люди посмотрят. Опа. Я гвардеец кардинала. Блин. Почему тут только с одним можно было сражаться? Так-то, насколько помню, с каждым можно было сражаться. Снеф. Чужие проблемы. Уже тогда было ясно, что Снеф не кончится. Ты? Да. И почему нельзя держать все зубами? Интересно. А вот это есть. Я уже... Блин. Надо то ли железо перековать. Так ты говоришь... Знаешь, а в этом что-то нет, есть. Ничего не дает. Не думаю, что здесь что-нибудь сколько изменится. Сколько можно повторять Скорпио одно и то же? Ты... Я тренирую... Не самое лучшее решение. Как Падла. Можно не понимать этого? Стой! Это почему? Наверное, это... Для таких, как ты! Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь... Короче, изменить. Не прокатило. Ему нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком... Ну и ладно. Об этом слишком много... Не очень-то и хотелось. Вот, точно, мне же сейчас все по пути. Блин, где сковородка? Слишком много болтают. Раньше все было намного лучше, не то что сейчас. Больше не хочу это слушать. Возможно, так ты говоришь. Блин, а где это соск? Да, дурное дело. Наверное, ну как? Ты прав. Больше мне надо со сковородой найти огонь. Хотя у меня сковорода-то есть. Я сам вроде как могу развести огонь. Ну, хотелось бы уже сразу со сковородой. Уже тогда было ясно, вот такой что вот я дело прихотливый. Этим вот. Не кончится. Что-то не то в этой истории. Больше почему ты не можешь? Вот. Постой. Лучше ни во что не ввязывайся. Эк. Больше не хочу слышать эту болтовню. Не думаю, что здесь что-нибудь. Давай. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг... У меня сколько там, 200 кусков, что ли? Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Я не имею отношения к этому делу. Еще немного. А, я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Нормально. Уже тогда было ясно, что дело этим не кончится. У меня какая-то третья глава. Это точно не моя проблема. Я не имею отношения к этому. По-моему, третья глава. Нужно думать, давай, прежде чем что-нибудь говорить. Уж лучше я посмотрю я со стороны. Думал, это уже давно решенный вопрос. И ой, почему блин, нельзя так... держать язык за зубами? Запаха только не хватает, и жареного мяса, блин, слюна текет. Это не слишком интересно. По-моему, да? Так больше мясо не хочу жарится, слышать эту болтовню. Я думал, да, назревает проблема. И почему нельзя держать язык за зубами? Так. Постой. Лучше ни во что не ввязываться в горяча. Надо вызвать время. Спешка не доведет это до добра. Сколько у нас мяса осталось? Все время 163. Так, подожди, нет. А жареного? Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Пока нормально. Я думал, это уже давно решен вопрос. Чужие проблемы не мое дело. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Опа. Блин, вот вас всех перебить. Но это все потом. А, я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Я не причастен к этому делу. Только между нами. Другим не обязательно знать об этом. Это точно не моя проблема. Только между нами. Другим блин, не нужно их привратников я убил. А, я сомневаюсь, что это не хотел бы я, чтобы со мной. Так, возможно, шник вот здесь образовался. Ну, я сейчас нырять не хочу. Или хочу. Или не хочу. Давайте посмотрим-ка. Остался здесь шумик, нет? Нет, нету его.
вперед. Самое что удивительное, вот этот хроманин, хроманин собирается только по порядку. То есть книга раньше не появится, пока первую не прочтешь. Первую прочел, потом появляется вторая. Читаешь ее по загадкам, а уже и появляется, как сказать, вторая книга, когда первую прочел. Так, а где у нас третья книга? Вот она, видите? А ее здесь не было. Где? Стой. Я нашел книгу. О боги древних времен, возможно ли, чтобы такой человек, как я, достойный, получил эту силу, как великий страх потерять все, доказав малейшее слово сомнению. Так, умный рыбак попробует найти удачу и на другом берегу моря. Вот так вот. Так. Нам надо вон туда. Там я рептилий-то уже всех побил. Так что... Вот, кстати, я не помню, глава если начиналась. Тут есть, нет рептилий? Так. Горн меня встречает. Кстати, хочу что сказать, чем отличается 1.1 от того, что здесь есть. Смотрите, мост. Видели мост? Ну давай быстрее, сейчас продолжим. Привет. Как видишь, наша колония не так уж велика. Все время натыкаешься на своих знакомых. Что привело тебя сюда? О, я хочу найти здесь следы одной легенды. Легенды? Это я, легенда. Да. Мильтон, один из моих друзей в старом лагере, рассказывал мне, что когда-то здесь жили монахи. Конечно, это было еще до появления барьера. Они почитали бога, который награждал своих приверженцев даром превращения в животных. Я думаю, здесь должны были сохраниться некоторые из их сокровищ. А что ты здесь ищешь? Так. Я ищу юнитор. Он должен быть где-то здесь. Наверное, эта штука находится в руинах старого монастыря. По ту сторону ущелья. Мы можем пойти туда вместе. Хорошая идея. Здесь же так много глорхов. Да нету. Опытный никого, охотник без труда справится с ними поодиночке. Но обычно они охотятся стаями. А стая расправится с любым воином в два счета. Мы идем вместе? Да, но сначала я осмотрю ущелье, а уж потом перейду на другую сторону. Лучше всегда знать, что у тебя за спиной. Да я уже осмотрел, там ключ подобрал только. О, я уже был там. И что скажешь? Здорово. Так. Оружие к бою. Подожди, ну-ка. Ну-ка. Здорово. Что ты мне можешь в обмен предложить? А у тебя... Много. В обмен ты мне можешь предложить. Мне это все, это я тебе носу. Подожди, сейчас я тебе еще носую. Давай. Так. Какую ненужную барахлишку мне тебе отдать? Старый боевой топор. Вот. Кстати, что? Двуручная. Так, ну вот это я тебе не отдам, а вот это... Вот это уже можно. Тебе... Так. Ой. У тебя стрелы есть? Стрелы. Ну, извини, придется поубирать немножко. Так. И барахлишко тебе отдам. Что-нибудь типа... Вот. Сойдет. На. Оружие к...
Так, внизу там просто пара глохов и ключ. Возьмете в сундуке. Вот здесь, видите, здесь мост. А в 1-1 здесь бревно. И, естественно, на бревне лучше воевать. Давай, пойдем сюда. Нас ждут великие дела. Ну, ты идешь? Эти чертовы ворота. Мне говорили, что еще ни один человек не смог их открыть. Я смогу. Только эти мелкие твари проникли во внутренний двор монастыря. Так. У многих, кстати, возникает очень большая проблема с этим. Сейчас, минутку. Где-то внизу, вот. И... Превратиться-то несложно. А вот обратно, многие не знают, как превратиться. Это кнопка Enter. Тебе удалось открыть ворота. Как вовремя ты использовал это заклинание. Нам нужно идти дальше. Так, подожди. Я уберу, чтоб случайно не превратиться в кого-нибудь во время битвы. Ну, вот, блин, а в какой-то части тут еще и тролль? Или я могу ошибаться, конечно? Эти твари действительно здоровые. Эти твари действительно здоровые. Я вообще-то на тебя надеялся. Бей его. Я вообще думал, хотел, чтобы ты все здесь сделал за меня. А поэтому и пробежал сюда, думал, ты сейчас прибежишь. Как их погрубаешь в капусту. А я и пальцем не ударю. Но пришлось мне самому все сделать. Ну иди, вон еще один остался. Как понимаю, все делать я должен. Так. Что здесь в башне? Вот здесь вот... Вот можно же туда залезть, можно. Так, я не помню как. Вот не помню все. А, подождите. Вот как. Ну-ка. Ну-ка. Да стойте. Опа. А хрен-то там. В общем, что там наверху, останется загадкой. Может, там что-нибудь ценное. Смотрите, может, подломить его при помощи какой-нибудь там левитации. У вас получится. Ягодка. Ой. Вы уж простите меня. На. Готовься. Эти твари действительно здоровые. Зря я прибежал к тебе. Пойдем посмотрим, что в пещерке. На. А еще один не побежал даже. Сейчас, минутку. Эти твари действительно здоровые.
Так. Давай. Что, все что ли? Что ты ешь, твою мать-то? Это думал, кто-то тут посерьезнее находится. Эти твари действительно здоровы. Давай. Поцарапал меня. Заходим. Так, для начала. Рецепт какой-то. Ничего нет такого в книгах. Так. Да не тот сундук-то. Не тот, не тот. Вот этот. Так ты нашел свой артефакт? Да, я нашел. Да. Я должен отнести его магам воды. Я еще немного провожу тебя. Ну хорошо, подожди. Я хочу рецепт посмотреть. Истинная сила. Да не истинная сила. Рецепт. Блин. Все. Так, лечебный, так. Особые зелья. Нет. Так, ферментальные какие-то зелья. Ну и все. Нет, сюда нет. Все. Не химичность, ничего. Пойдем. Если он решил меня проводить, то ради бога. Что-то провожающий отстал у меня. Как и в жизни. Ах, брат, я тебе помогу. Да. Ты пока иди. А я здесь побуду. Буду делать им гипотетические подножки. Мысленно я всегда с тобой. Так. Я уж не помню, мне вот сюда-то надо зачем-то, да? Так. А, подождите, вот. По-моему, во второй части, вот здесь вот телепорты, да, можно включать. А может, в первой тоже можно включать, вот здесь вот, в этом моде. Давай, опа. И все равно мы не знаем, что там находится. Как ни крути. Так, вот шнык есть, по-моему, хорошо прыгает. Если превратиться в шныга. Да, мы знаем. Знаем все. Так. Так. Ой. Подождите. Ну-ка, давайте-ка попробуем вот этого. Блин, да. Даже не знаю, как комментировать. Короче, кто-то очень хорошо прыгает. Хотя, блин, для этого вот так. Так, влево, вправо.
Все. Ну все, все собраны у меня. Давайте телепортируемся. Магом воды. Приветствую! Давай, я все собрал. Я нашел юниторт в ущелье троллей. Хорошее начало. Не ожидал. Но нужно найти еще 3 камня. Иди и попытайся их раздобыть. Ты прочитал заклинание телепортации, как я вижу. Возьми еще одно. Вдруг пригодится. Прекрасно. Ну, так я каждый в горном форте я нашел один из юниторов. Хорошо, это уже 2 камень. Скоро мы сможем осуществить наш план. Смело иди вперед и достань нам еще 2 камня. Я нашел один из юниторов в разрушенном монастыре. Там я встретил наемника Горна, и он помог мне в поисках. Какой я молодец. Невероятно! У нас есть целых 4 камня! Ой, ты, Господи, нам не хватает всего одного. Когда их будет 5, мы сможем приступить к делу. Ты оказал нам неоценимую услугу. Но найди нам последний камень, и мы сможем освободиться из этой тюрьмы. Да ради бога, пожалуйста. Знаешь, я нашел юнитор в гробнице под каменным кольцом. Отлично! У нас есть все 5 камней! Наш лагерь в неоплатном долгу перед тобой. Ты заслуживаешь мою вечную благодарность. Сходи к Риордану. Конечно, его награда будет мала по сравнению с тем, что ты сделал для нас. Но она того стоит. Кронос тоже хотел тебя видеть. Он приготовил тебе небольшой подарок. Это хорошо. Теперь мы можем взорвать Рудную гору? Теперь у нас есть все необходимое, чтобы осуществить задуманное. Только вот барьер был сотворен 12 магами. Чтобы направить эту огромную энергию туда, куда нужно, магов круга воды недостаточно. Что же здесь можно сделать? Ты уже сделал для нас очень много, и мы в долгу перед тобой. Но если ты согласишься на мое предложение, ты спасешь всех жителей этой колонии. Давай, какое предложение? Сходи в старый лагерь и попытайся уговорить некоторых магов Круга Огня помочь нам. Магов Круга Огня? Не думаю, что они согласятся с твоим предложением. Если барьер будет разрушен, они лишатся всей своей власти. Именно по этой причине я предлагаю тебе выполнить эту работу. У тебя есть знакомые во всех лагерях. Скажи магам огня, что мы все еще помним те старые добрые времена, когда мы вместе изучали магическое искусство. Что ж, я попытаюсь уговорить магов огня, но я ничего не обещаю. По-моему, это почти невозможно. Все же попробуй. Если тебе не удастся это сделать, то останется еще одно. Лишь одно. Одно что? Неважно, ты должен уговорить их. Возьми эту руну. Передай ее Каристо, верховному магу Круга Огня. Это знак нашего доверия. Руна поможет ему перенестись ко мне, минуя стражу. Думаю, это будет хорошим доказательством нашей дружбы. Ну куда уж вернете, правильно? Надеюсь, у тебя все получится. У меня все получится. Глава 4. Саардас. Ну наконец-то, я думал, когда я к нему попаду. А сейчас вот, пожалуйста. Так, значит, мне надо с 2 магами поговорить. Здесь. Приветствую! Так, я могу стать одним. Я могу стать одним из. Вижу, тебя приняли в наемники. Хорошо. Очень хорошо. Все остальное решится со временем. Так. Это не только между нами. Понятненько. Не обязательно знать об этом. Ну давай. Все время одно и то же. Так ты говоришь, спешка не
О, ушел. Глупость неизлечима. Чужие проблемы не мое дело. Раньше все было намного лучше, чем то, что сейчас. Давай. Так ты говоришь... Так. Сатурас сказал, давай, что у тебя есть для меня награда. А, ну проходи, проходи. Ну, давай. Наш духовный наставник рассказал о твоих геройских поступках. Все жители лагеря, да что там, всей колонии, в глубоком долгу перед тобой. Прими от нас эту скромную награду в знак нашей благодарности. Это что? 18, так, 18. Покажи эликсиров, так, давай-ка я у тебя эликсиры возьму. О, зелье скорости 1 минута, 2 минуты. Я не хочу в все время одно и то же. И почему нельзя держать язык за зубами? Надо выждать время. Спешка не доведет. Я думаю, что здесь что-нибудь изменится. Ну-ка, а что я тебе смогу дать? Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Так, поехали. Наверное, ты прав. Разбивающее сердце. Так, вот это я тебе не дам. Одноручное оружие, так. Вот это. Ой, вот этого сколько угодно. Кузнечный молот не дам. Тренировочный меч. Не думаю, что здесь что-нибудь. Просто забирай. Так. С этим все. Поехали здесь. К жизни насели. Забирай. Так, от огня. Так, от огня. Одно отдам. К силе. Забирай. Еду я тебе не дам. Давай-ка я тебе рецепты дам. Так ты говоришь. Так. Возможно. Это тебе не надо. Магическая руда. Ну хотя вот давай тебе книги все я дам. Мне они сейчас. Без надобности. Если ты думаешь. Так. Из ерунды я тебе что могу дать? Не самое лучшее. Стоп, ключи. Подожди, стой. Глупость неизлечима. Возможно, я давно это знал. Так. Больше не хочу слушать. Что еще тут можно? И почему нельзя держать так язык за зубами? Мне вот это. Здесь никому нельзя. Все не надо. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Я думал, это ключи пока пусть будут. Бог его знает. Держись. Лицо ползуна. Лучше ни на что не натыкаться. Так. Уж лучше я посмотрю со стороны. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Ой, даже перебрал немножко. Здесь никому нельзя. Еще 10 руды. Вокруг слишком много предателей. Не самое лучшее решение. На. Вот так вот. Нельзя верить всему, что говорят. Нельзя верить здесь всему, что слышишь. Нельзя доверять. Кому еще должен был подойти? Предателей. Ай-яй-яй-яй-яй, кому? Пока меня не впутали. Так, ладно. Поговори со мной. Так, это не ты. Это не ты. Тогда было ясно, что этим делать нельзя. Держись. Никому нельзя доверять. Лучше ни на что не натыкаться. Раньше все привет было намного лучше, не то, что я сейчас. К этому делу. Так, это не ты. Больше не хочу слушать эту болтовню. Отрезать внизу руды, что ли, он там стоит? Пока меня не впутали. Вроде бы пока всех оббежал. Больше не хочу слушать эту болтовню. Либо тот, который по кругу там ходит туда-сюда. Может быть, так. Правда. Опаньки. Да, опаньки. Такое со мной больше не случится. Тут же вроде ее охранять должны, нет? Там что-то есть. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. В этом деле главное наемник. Потом видно. Нет, ты мне не нужен. Не думаю.
мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Кусочек руды. Я не буду вмешиваться. Сохрани это в тайне. Людям лучше этого не знать. Я не буду вмешиваться. Нет, вы мне здесь не нужны. Бензин. Ты хочешь сказать? Господи, вот так вот. Немножко, да. Утомительно запоминать все эти... Кстати, внизу может быть что-нибудь. Такого не случится. Чужие проблемы, не мое дело. Ты хочешь сказать? Нет, нет, ничего. Я думал, может, ползун какой-нибудь хотя бы один. Я не имею отношения к этому делу. Выходим. А значит, это тот, который по кругу топчется. Ладно, мне все равно надо выдвигаться. Сардас. Ух ты, мне, надеюсь, достанется твоя мантия. Или ни хрена. Шиш с маслом. Шиш, господи. Возможно, интересно в этом. Может, меня ли похвалит. Что-нибудь. Больше не хочу слушать эту болтовню. Так ты говоришь, нельзя верить всему, что слышишь. Привет. А где Ли? Пока. И почему нельзя держать язык за зубами? Не самое лучшее решение. У меня проблемы. Ты что, я свернешь себе? Слушать эту болтовню. Развернулся, блин. Привет! Так, а я хотел это. Надо выждать время. Привет! Не доведет до добра. Нельзя верить всему, что уж лучше. А у нас здесь всегда есть какие-нибудь. Блин. Ладно. Нельзя верить всему, что слышишь. У меня сейчас пока доспехи и эти устраивают. Так, так, так. Нам надо к одной рыбацкой бухте подойти. Кстати, я знаю, как уровень поднять, мне же еще этих. О. А ведь когда-то я вел совсем другую жизнь. Я был одним из лучших генералов королевства. Поздравляю. Всю свою жизнь я боролся за его свободу. Это хорошо. Знать не принимала меня, но король прислушивался к моим советам. Вельможи считали, что я представляю угрозу их грязным интригам. Я недооценивал их коварство. Они не побоялись убить королеву ради победы надо мной. В этом бессмысленном убийстве обвинили меня. У короля Рабара не осталось много выбора. Мои заслуги перед королевством спасли меня от смерти. Но у меня забрали свободу. Когда-нибудь я вырвусь отсюда. Вот тогда они за все поплатятся. Я должен им отомстить. А я должен тебе помочь. У тебя есть хорошие доспехи? Доспехи нужно заслужить. К тому же хорошие доспехи... Дай мне тяжел... Это лучшие доспехи. Давай, мы знаем, что это лучшие доспехи. Я могу пройти? Я могу пройти? Я могу пройти? Можешь. Я могу пройти? Да можешь, что ты спрашиваешь-то. Всего теперь я стал еще круче. Можете меня поздравить. Так, вот вы мне... Ох, господи, вот сейчас вот даже на крестьян этих посмотришь, нахрен вы мне не нужны. Вот эта кучка сброда. Лефти, я тебе убить, что ли? Хотя ладно, хрена тебя. Я уж не такой, как ты. Мерзкий. Ну, хотя я, может быть, и такой. Приду и убью. Вот тут так пусто, да? Смотрите. Стало. Ладно. Мы вон туда идем. А зачем? А помните, мы читали... Ух ты, Хромонин читали. По поводу того, что... Рыбацкая там какая-то... Бухта. Вот. И вот это вот есть рыбацкая... Кто она там? Дайте мне дубовый лист, пожалуйста. Я даже не знаю, что это, где его брать, конечно. Ну, я надеялся, что... Ну-ка, стоять. И, фу, прыжок. Плывем.
рыбка. Ищем. Что это? Книжка. Старая книжка. Так. Я нашел книгу. Забытые дела тех, кто был когда-то на борту. Борту — это корабль. Корабль у нас только один. Здесь и все карты. Так, подождите, я потихонечку, помаленечку, может, хоть кто-нибудь появится тут. Ну, вроде какой-то урон даже мне нанесла, наверное. Надо было посмотреть. Ладно. Так. Волки. Ой, господи. Волчары, ладно, давайте. Да подожди ты. Ну я вот он. Ты больше готовишься. Так. Лист дуба. Где я возьму лист дуба? Дуболист. Ну ладно. Блин, как не потуда, покуда-то пошел еще. Идите сюда. И на. Да, смотрите, как даже ударили меня. На, кто там? В пещере кто-то есть. Ха-ха, мясо. В пещере мясо. Вау, целых 4. Так. Все. Все. Блин. Так. Ладно, перестрелку я потом устрою. С этими негодяями. Кто они там? Бандиты. Собираем. Ты там стрелы наготовил мне? Нет. Давай. Торг. Мы с тобой торгуемся. Покажи. Что ты мне дашь? Давай. 200. Ну, вот так, я думаю. Еще 400. Думаю, смогу насобирать тебе. Так. Что мне тебе дать-то? Превращение в волка. Так. Еду ты не получишь, это точно. Шкура волка. На, ты же ценишь? Шкура шнуга. Это не ценишь, что ли? Ну, правильно, охотник. Что у тебя там ценить? Шкуру тролля тебе не дам. Так. На тебе. Доспехи гвардейца. 2 ржавых меча. Хотя у меня стрел-то до хрена я больше. Ладно, ничего тебе не буду давать. Разочаровал ты меня, мужик. Ух ты, господи. Ладно. О, еще. Давай. Сюда. Беги, беги, беги. А я бегу, бегу, бегу. И ты бежишь.
Так, магом огня мне, значит. Блин. Ну ладно. Передадим, они меня к Сардосу отошлют. Пойду к Сардосу. Ой, стоп. Не понял. А ты как здесь оказался? Я здесь всех убивал, кто... Целый патруль. Посмотри-ка, паренек из нового лагеря. Ну и что? Какое тебе до этого дело? Скоро ваша шахта также будет принадлежать нам. Да-да, мечтать не вредно. Извини, но я не могу позволить тебе об этом всем разбалтывать повсюду. Подожди, я не хочу... Надо было... Эй, что за... Давай, парни, взять! Настал час расплаты. Настал твой час, пощады не жди! Тихо-тихо. Так. Так, надеюсь, я их всех перебил. Так. Блин. Так, ладно. Вон, видите, маг? Мне к нему так-то, по идее, надо. Давай. Могу, конечно, в мясного жука превратиться и шороху там навести. Хотя этим я и займусь. Только надо с другой стороны тоже подбить людей-то. Ух ты, мухи. Мухи. И... А иди сюда, вторая. Блин, давно я... Ух ты, так тут... Все воскресло, да? Даже не подошел, ладно. Блин. У меня тут охота получше будет. Что здесь хоть что-нибудь изменится. Вот слышите? Я разговариваю, как будто ничего не случилось. Я вам сейчас дам. Ничего не случилось. Так, а ключ-то я уж не помню, у кого воровать надо было. Там вот дверка-то была. И можно было в замок попасть. А вот у кого ключ, я уж не помню, вот, честное слово. Так. Блин, блинский. Смотрите, как попал, да? Покуда лучше зайти-то? О, Диего. Ты меня не предашь? Эй, тссс, тихо. Привет, Диего. Почему ты прячешься? А ты еще не слышал? Слышал что? В старой шахте обвал. Все маги огня мертвы, а на свободную шахту готовится нападение. Что? О чем ты говоришь? Почему обрушилась старая шахта? Мне тоже интересно. Один оставшийся в живых рудокоп говорит, что во время работ на нижнем уровне они натолкнулись на подземную реку. Когда вода хлынула в шахту, сломалась одна из подпорок, и верхний уровень обрушился. Из тех, кто находился в шахте, уцелела лишь горстка. Так. Почему все маги огня погибли? Это долгая история. Так. Ну, рассказывай, давай. Расскажи. Я никуда не тороплюсь. Это далеко не первая долгая история из тех, что мне приходилось слышать. Ну, ладно. По счастью, я оказался в особняке баронов, когда они узнали об обвале в шахте. Гомес чуть не обезумел от ярости, услышав это известие. Верно испугался, что его положение может пошатнуться. Еще бы! Тот, кто контролирует добычу руды, тот держит в руках всю колонию. Ты прав. Теперь у него нет никакого источника руды, поэтому скоро нам перестанут доставлять товары из внешнего мира. Никто не будет работать на него, если он не найдет новый источник дохода.
И из-за этого он хочет напасть на свободную шахту? Это, если честно, последний шанс Гомеза удержать власть. Часа два назад около 20 стражников отправились к свободной шахте. Так. Ну-ка вот это. Я видел стражников, охраняющих закрытые ворота. Держись от них подальше. Они нападут на любого, кто подойдет к лагерю. Они боятся мести за нападение на свободную шахту. Так. Но что случилось с магами огня? Кариста и остальные раскрыта. Маги оставались последними, кто сохранил рассудок в этой ситуации. Они запретили нападение и потребовали объединиться с двумя остальными лагерями. Они запретили Гомезу напасть на шахту? Ну да. Кариста и другие не должны были так вести себя. Гомез перестал доверять им и, внезапно напав, перебил всех. Так. Что вы с Мильтоном собираетесь делать теперь? Мы пока останемся здесь и будем предупреждать друзей, чтобы они не наткнулись на стражу. Однако ты мог бы помочь нам. Чем? Конечно. Что я должен сделать? Разыщи Лестера и Горна. Они должны узнать о том, что здесь происходит. Скажи им, что мы четверо встретимся в нашем месте, как всегда. Если я встречу их раньше тебя, я передам, что ты хочешь их видеть. Благодарю, друг мой. Ты оказался отличным парнем. Теперь иди, еще увидимся. Ну, несомненно, так. Он сошел с ума! Я расскажу об этом в новом лагере. Тогда тебе нужно торопиться. Они уже вполне могли добраться туда. Но они никогда не смогут прорваться через укрепление нового лагеря. Это им не нужно. Несколько месяцев назад они нашли путь, ведущий через горы, прямо к свободной шахте. Кроме них никто о нем не знает. Ничего страшного, ладно. До встречи. Так. Ну что ж, думаю, на этом все. Нас сейчас в лагерь вырезать людей. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Потому что на резню, которая будет происходить в лагере, вам смотреть незачем. Пока!